Церковь предпринимает какие-то действия? Конечно, церковь с одной стороны, конечно, не смешивается в этом деле. Но с одной стороны, оставаться тоже нехорошо. Ну, знаете, церковь очень переживает. Мы очень переживаем. Ну, знаете, мы хотим, чтобы все это закончилось хорошо. Мы хотим, чтобы было все свободно. Вы знаете, церковь всегда хочет, чтобы был мир, мир, любовь. Ну, по-моему, не получится ничего, если не будет диалог, если не будут встречаться друг друга. Если будут встречаться, если будут говорить, по-моему, получится, что-то получится. Не будет такой обстановки, какой сейчас есть. Спасибо. Мы играем роль стабилизатора в городе, что не будет.